Не все жители Саранска привыкли к санитарной обработке города. Увидев людей в белых халатах, масках, где с раствором в руках, интересуются, не случилось ли что. Ответ прежний – пандемия. Чтобы сохранить положительную динамику, дезинфекционные группы выходят на борьбу с вирусами каждый день. Придомовые территории обрабатываются согласно графику, а подъезды домов, ручки, перилы, почтовые ящики – ежедневно. Сегодня у нас происходит дезинфекция кварталов, относящегося к управлению дома, находящегося в управлении 19-го домоуправления управляющей компании. На обработку вышли 8 человек и специализированная машина коммунальная. С 21 июля к числу обрабатываемых объектов прибавились детские площадки, лавочки и внутриквартальные дороги. Дезинфекционные группы выезжают во все микрорайоны города. Обработку производят специальным хлоросодержащим раствором. По словам специалистов, санитайзер убивает вирусы, но при этом полностью безопасен для людей и домашних животных. Жалоб не было, люди благодарят. Люди даже, можно сказать, ждут нас, когда мы приходим обрабатывать. Обычно с положительными эмоциями относятся. Все-таки сейчас происходит такая, скажем, серьезная обстановка даже во всем мире. Я считаю, что эта обработка очень даже нужна. О дезинфекции придомовых территорий жителей предупреждают заранее. Объявления висят возле каждого подъезда. Сотрудники управляющей компании просят отнестись с пониманием, не загораживать проезд автомобилями и не мешать во время обработки. Такие меры необходимы, чтобы сохранить здоровье и жизни людей. Юлия Емельянова, Евгений Фролкин, «Народные новости».